всему, что до утра вливалось в нас. Как гости собирались и как папа с мамой ждали их, как дали мне огромные апельсины. Как было очень тесно нам, как дружно пели песни мы, и каждый пил не то, что приносил. Жену соседа дурочку, и как она от счастья нажила, как села в таз пельменями к всеобщему смущению, и с мужем в коридоре подралась. Как папа был хорошенький, как притворился лошадью, и как меня сказал, да здорово, и долго-долго унитаз пугал. Как жарко стало в ванне, как он закрылся в ванной, как полную набрал и мне уснул. Но будто в раннем детстве сам не смог раздеться, поэтому чуть-чуть не утонул. Как я с тетей Ковою боролись в детской комнате, и дядя тетю Тому поворот. Потом качаться начали, измазались, испачкались, и дядя мне подушку распорол. Как Петька круто пошутил, сказав, что он парашютист, и сиганул с шестого этажа. Как скорая приехала, добавил Семехуна, сказав, что в Петьке в гипсе год лежат. Мне очень все понравилось, все так чудесно справилось, но праздник наш закончился и вот. И теперь с утра до вечера мне снова делать нечего, и скорее бы новый год. С наступающим всех! Удачи в новом году!